Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по нашему проекту Джубик. Друзья, вчера он успешно стартовал. Все замечательно. Пошли начисления, матрицы закрываются, идут переливы. Ну, все супер. Давайте посмотрим статистику. Значит, дней проекту ноль еще. Регистрации почти 4000. 2500 участников. И уже, обратите внимание, заработано 217660 рублей. Это супер. Все. Почитайте, ознакомитесь. Вконтакте есть группа. Можно присоединиться. Администрация не скрывается. Также можно посмотреть. Ну и электронный адрес поддержки. Далее. Зайдите, пожалуйста, в маркетинг. Не поленитесь. Кликните и изучите свой маркетинг. Здесь все очень подробно, как бы написано, расписано все. Я, друзья, изначально заходила на 50 рублей. Это я пополнялась, по-моему, в режиме онлайн. Пополнение делала. Все замечательно, все супер. Но я потом еще пополнилась и на 250 рублей. Я зашла на стол. И не пожалела. Значит, давайте теперь перейдем в аккаунт. И посмотрим. На балансе у меня 50 рублей. Я сегодня вывела ровно 800 рублей. Заработано у меня 900 рублей. Выплачено 800. Рефералов всего у меня 19. Пойдем в площадку. Я вчера прикупила клона за 50 рублей. Значит, смотрите, площадка 50, неограниченный заработок. Клоны можно зарабатывать без рефералов. Неограниченная поддержка. Вот здесь купить клона кликаем. Это я на следующую неделю, если будет покупка клонов, сделаю, чтобы мне уже не пополняться, чтобы на балансе была денежка. И вот моя площадка. Первый стол. Вот ко мне стало два человека. Я получила... Сразу с первого, когда встанет нам человек, у нас денежка на вывод. Не со второго, как обычно, когда матрица закроется, а с первого человека, партнера. Второй стол. Опять я получила выплату. У меня закрылось. Третий стол вот у меня закрывается. Еще встанут два человека. Я перейду уже в четвертый стол. Вот. Здесь можно кликнуть и посмотреть структуру. Как бы, да? Все это кликабельно. И площадка, ой, за 250 рублей у меня. Опять же таки, неограниченный заработок. Клоны можно зарабатывать без рефералов. Но я лично не могу без рефералов. Хоть здесь есть переливы, всегда только рассчитываю на свои силы. Как поработаю, так и заработаю. Да, у меня есть партнеры, как бы, и идут от меня также переливы моим рефералам. Но я не могу обеспечить всем переливы. Нужно приглашать, нужно работать. Мне задали вопрос, как работать после старта. Да все очень просто. Берем реферальную ссылочку и даем рекламу. Приглашаем людей, чтобы закрывалась матрица. Это матричный проект. И вот у меня площадка за 250. С первого партнера я также получила выплату. Это уже второй стол. Опять с первого партнера я получила выплату. И вот третий стол еще у меня не начал закрываться. Почему я пополнилась, зашла на 250 рублей? Я пошла во вкладочку «Рефералы».
И смотрю, у меня начали мои партнеры активировать площадку за 250 рублей. Один, второй, третий. Нет, думаю, надо и мне. Вот почему я, знаете, когда регистрируюсь на предстарте, я очень люблю проекты. Вот у меня активных 13, а не активных 6. Наверное, все думают. Не думайте, пополняйтесь, активируйте площадку, берите реферальную ссылочку и приглашайте. Ну так вот, на предстарте я пополнилась на 50 рублей. Спокойненько. Вот, пополнилась и все. И преспокойно жду старта. А матрицу за 250 рублей, это надо видеть, как я пополняла. Во-первых, я пополнилась. Ой, уже почти на самом старте. Вот здесь как бы журнал финансовых операций. Я пополнялась вчера, друзья. Уже было где-то 5:30. Так, вот здесь все расписано. Заработок, площадка. Так, 50, 103, успешно. Вот 120 рублей, 120. Вот, я пополняла 17:32. Это видеть надо. У меня ручки. Все внутри трясется, руки трясутся. Уже старт на носу. А я решила пополниться. Вот самый последний момент. Вот поэтому я пополняюсь всегда заранее. И думаю, а вдруг компьютер зависнет? А вдруг там что не так будет? А вдруг, блин, еще что случится? Вот поэтому я всегда пополняюсь на предстарте, чтобы быть спокойненько пополнился и не переживай. Это у меня так руки тряслись. Это я так волновалась, переволновалась, пока эти 250 рублей пополняла. Это... Ой, пополнилось все, думаю, слава богу. Вот, и вышла из кабинета, чтобы не загружать, потому что шла расстановка мест, как бы, да. Это вот, так что все супер. Выплаты идут. Давайте, друзья, я же вам выплату не показала. Я даже не открывала. Вот, 26 минут назад выплата, думала, будет в ручном режиме. У меня буквально 2 секунды. И выплата пришла. Значит, с учетом комиссии плюс 792 рубля. 9, 12. Так, и комментарий от Джубик. Видим, да? Вот. Все супер, все супер, все супер. Я приглашаю в проект. В общем, администрация надежна. И что еще хочу сказать? Вот здесь на главной страничке, друзья, есть чат. Кликаете и попадаете в чат. В обязательном порядке. Я уже, опять же таки, я все-таки уже на самом старте я зашла как бы в чат. Потому что, ну, я не могу, надо читать информацию. Когда вы добавитесь в чат, полистайте его, почитайте информацию. Не надо сразу задавать вопросы одни и те же. В чате все пишут. Нужно просто полистать и почитать. Ну и правила чата читайте, естественно. Вот. Ну что, я все вам рассказала, все вам показала. Регистрируемся, берем свою реферальную ссылочку. Я не могу вас всех обеспечить переливами, друзья. Нужно работать, нужно приглашать. Понимаем это, да? Вот. По поводу, вот, что будет покупка обязательных клонов, вот это я еще даже не знаю, будет она точно или нет. Возможно, будет голосование, возможно, не будет. В общем, ну, скорее всего, что будет. Вот я оставила 50 рублей на балансе, чтобы у меня на всякий случай было. И вот у меня за 50 рублей я купила клоныш, я вам показала, вот он. Когда вы кликните «Купить клона», вот здесь он появится, ваш клон. Вот он у меня еще не закрылся. Вот первый стол.
это также такой же заработок, вот эти клоны наши, кто не знает, как и вот наш стол, вот мой стол в данном случае, вот он закрывается помаленечку, да? Вот. И наш клон тоже нам будет приносить доход. Ко мне встанет сюда человек, придет. Вот. Я также получу как с основного стола выплату. И, естественно, все будут получать выплату как с основного стола. Просто это клон. Вот. Ну, буду на этом прощаться. Еще раз приглашаю. Активируйтесь. Пополняем. Как пополнять, я вам показывала. Ничего сложного нет. Берем реферальную ссылочку. Приглашаем. Всем удачи, больших заработков, друзья. До новых встреч.